Добрый день, мои дорогие зрители. Сегодня решила сделать, я не знаю даже, как их зовут. Может быть, это зразы, а может, еще как-то по-другому называется. В общем, достала фарш, натерла сюда картошки. Вот, добавила соль. Сейчас добавлю букет перцев. Немножко прованских трав. В общем, что есть, короче. Какие есть приправки, те и добавляю. Потому что котлет не хочу. Вот сделаю котлеты. Одну котлету съем, а потом детям говорю, доедайте, пожалуйста, котлеты, потому что я их не хочу. Так, и надо вбить одно яйцо сюда. Больше, я думаю, не надо. Склеится и так. Ой! Ой, девчонки, достала яйцо вкрутую. Забыла, что у меня яйца вкрутую лежат. Пойду сырое искать. Ай-яй-яй, точно, это у меня... Я сварила 4 яйца. Так. Интересно, а это как? Я сварила 4 яйца и сложила их все вместе. О, здесь сырое яйцо. Здесь яйцо сырое. Сейчас включу сковородку, чтобы нагревалось. Что ты не включаешься? Вот. И все это перемешаю. Мешаю я руками, потому что у меня фарш, даже еще смотрю, что есть кусочки замороженные. Вот. Максим вчера уже был получше, как бы то температуры не было. А сегодня что-то опять с утра померили температуру 37,6. Ой, а мы уже думали, что в понедельник он пойдет в сад. Это сколько что-то он дней? Я 4 дня с ним отсидела. День он сходил, это значит 5 дней назад сделали эту прививку. О, как прививки. Прививки делать. Вы делаете своим детям прививки? Кто там у меня в подписчиках помоложе? Так, девочки, а что сюда еще надо добавить, а? Надо ли сюда что-то добавить? Что-то он у меня какой-то, смотрите, какой он у меня жидкий. Может, у меня не зажарятся котлетки, а будет это самое, все растекется. В общем, сейчас делаю первую пробу. Пойду руки помою, возьму ложечку. Возьму ложечку и положу на сковороду ложкой. И посмотрим, что получится. Будут ли они разваливаться. Если не будут разваливаться, надо будет, наверное, что-то другое придумывать. Что-то сюда добавить. Может быть, манки немножко. А может, муки немножко. Ну тогда что это будет, если я сюда муку добавлю? Хочется, чтобы было вкусно, а не какое-нибудь такое. А бы что? Я так давно это не делала. Девочки, не показываюсь вам, потому что помыла волосы. И с бигудями как-то не очень мне хочется такой нырять к вам. В это самое. Ой. Так. Шипит, надо сделать поменьше. Огонь уже накалила. Накалила сковороду, перекалила ее. Так, сейчас мы посмотрим, что у меня будет получаться. Положу пореже, чтобы не слепить, чтобы было удобно переворачивать. Девчонки, раньше, когда, я говорю, у нас с мужем была семья, часто что-нибудь придумывала, часто что-нибудь готовила. И это самое, и зразы. И такие делала зразы, фарш, а потом внутри яйцо, сыр, что-то такое. Вот начиняла такое вот делала. И картошку варила, толкла, и внутри тоже делала начинку. В общем, придумывала и много-много чего химичила. Вот. Ну, а так как теперь одна...
то и заниматься ничем не особенно-то хочется. Вот. Ну, иногда вот достала, я купила фарш, и эту упаковку килограммовую я ее разделила на 4 части. Потому что больше мне и не надо. Но все равно и четвертую часть вот хочется что-то такое придумать, сделать. Естественно, кушать буду не одна. Будет кушать и Максим, если ему понравится это. И Аришка будет кушать. Так, ну что у меня тут получается? Девочки, вроде целенький. Ой, свалилась. Свалилась двумя лопатками надо. Нормально, нормально, не разваливаются. Сейчас я их обжарю, потом я их сложу в эту самую кастрюльку и поставлю их дотушиваться. И они когда стушатся, то потом со сметанкой это будет очень вкусно. Вот. Так, пойду кастрюльку возьму. Ну вот, почти я все пережарила. У меня получается 11 таких вот блинчиков-котлеток. Вот сейчас я все это вот на сковородке еще раз перевернуть. И еще, я думаю, что 2, а может быть вообще один получится. Вот. И потом поставлю это тушиться на маленький-маленький огонек. В духовку я ставить это не буду. Девочки, кто-то у меня, посмотрев видео о светофоре, спрашивал, почему я покупала майонез и себе, и Арише. Девочки, мы отдельно питаемся. У Ариши своя семья с Максимом, у меня своя семья со мной. Вот, у мужа своя семья с ним. Когда-то давно, когда я впервые вышла замуж, и моя мама мне сказала: у вас своя семья, вы хотите это кушать, а я, может быть, хочу что-то другое кушать, поэтому готовить я вам не буду. Вы сами готовите, сами живете, сами себе покупаете, что хотите. Так, надо перевернуть. Ой, пока разговаривала, сильно поджарила. Сильно обжарила. Ну ничего. И масла совсем нету. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не хотят жариться без масла. Вот. И так у нас и повелось. Я готовила сама на свою семью. И потом, даже когда я с мужем развелась, все равно я готовила сама себе. А мама сама себе. Конечно, когда последнее время мама болела, то готовила я, готовила ее, ей и кормила ее. Вот, когда мама уже была, маме 83 года было, когда она умерла. Вот, у нее было 3 инсульта, и потом после последнего она уже не встала. Вот. А так, вот мы так и с Аришей сразу решили. Она хочет такую еду кушать, а я хочу, может быть, я что-то попроще себе куплю. Вот они не пьют кефир, а я кефир в последнее время вот особенно люблю. Она может пюре сварить, картошку любит, но это самое, я картошку не очень-очень редко ем, очень. Вот. У меня даже бывает так, что месяцами картошки вообще нету. Вот я сейчас купила, поэтому вот тут надумала вот эти вот такие штучки сделать. Вот. А так я больше люблю макароны. Я могу съесть мюсли. То, что так вот, знаете, побыстрее, попроще. Уже не хочется заморачиваться, не хочется особенно готовить. Но, конечно, если я что-то вот так вот надумала себе все-таки приготовить такое вот, естественно, я буду кормить и Аришу, буду кормить и Максюшу. Вот, потому что мне-то этого много, а один-то блин я не буду печь. Блины пеку, значит, я пеку, я ем, и Ариша ест, и Максюшка очень любит блины. Вот. Это такие вещи, которые я, это называется, мы отдельно живем, но готовлю я. Ариша как-то говорит: я не умею блины печь.
Вот. А я умею. Умею и люблю. Так, все-таки у меня получается тут два. Две таких блинные котлетки. Много воды. Натекло воды много. Вот. Все. Все. И вот сейчас. Сейчас я эту кастрюльку. Вот допекутся еще два. Два картофельных блинчика. Две картофельные котлетки. Вы знаете, как это называется? Я прямо не знаю. Зраза – это то, что внутри, когда их начиняешь. Вот картофельные и внутри с мясом – это, по-моему, зразы называются. А когда вот такое вот все вместе перемешанное, может, это ленивые зразы? Ну ладно, подскажите мне, напишите мне. Ну, главное, делаю то, что мне нравится, то, что мне вкусно. Вот, остались вот последних два. Все, сейчас уже все. Ой, ну брызгаются, вот в остатке очень много. Надо было, наверное, картошку мне ее, наверное, выжать. Но я посмотрела, что прямо там не так много воды. Все. Так, крышка мне нужна. Мне нужна крышка тоже. Крышка. Так, я сейчас сюда добавлю немножко водички, потому что ну как так они будут на сухую. Немножко воды, чтобы они у меня не пригорели. Все, последнее. Последнее. Так. И все. И ставлю. Нет, даже не на этот, наверное. А на самый-самый маленький. Вот там у меня самая маленькая конфорка. Совсем на маленький-маленький огонечек. И ставлю тушиться. И не знаю, сколько они будут тушиться. Потом посмотрю, попробую. И можно будет кушать, значит, будут готовы. Ну вот и все, девочки, все закончилось. Пока я поговорила с вами, мои котлетки стушились, или мои зразы. И теперь их можно попробовать. Я положила себе две штучки, положила наверх сметанки. И сейчас я буду пробовать, что у меня получилось. Получились очень мягкие. Очень сочные. И достаточно вкусные. Мне нравится. Мне нравится. Ариша уже тоже попробовала. Говорит, что вкусно. Говорит, может, мне такие тоже приготовить. Картошка-то есть. Я говорю, зачем ты будешь готовить, если я уже наготовила? Вот сегодня и будем. Сегодня и будем кушать это. Пробую я уже на завтра. Я уже разогрела их. Они не сразу я пробую. Вчера мне вечером, конечно, уже кушать не хотелось. Ариша, правда, попробовала, говорит, вкусные. Ну и сегодня уже Максюша наш пошел в сад. Посмотрели, температуры вечером не было. Утром он встал с хорошим настроением. Говорит, в садик хочу. Ну, раз хочешь в садик, значит, надо идти. Оделся, нарядился. Говорит, давно детки по мне соскучились. Ну и слава Богу. Слава Богу, что он уже выздоровел. Вот какие прививки. Вот. Наши участковые, думаю, что тоже будут заставлять прививки надо сделать. Не знаю, я не буду. Я когда врача вызывала детского, то я у нее спросила, я говорю, а вот сейчас ребенок вот болеет после прививки, могу ли я заразиться от него? Она говорит, ну, в принципе возможно.
Ну, пока я ничего, пока я здорова. Все, девочки, вот сейчас докушаю и хочу куда-нибудь выйти прогуляться. 4 дня я отсидела дома с Максимом. Устала. Не безвылазно устала. Вот. Пойду куда-нибудь прогуляюсь, не знаю. Фикс прайс ехать, без толку. Ничего у нас нет. Вот смотрю у россиян. У них уже там новогоднее, все такое вот настроение. Что-то вот сходить, посмотреть, что-то купить. У нас ничего. Вот я съездила в фикс прайс, посмотрела, пустота. Вообще пустота. Не то, что нового ничего нету, новогоднего. Там вообще ничего нового нету. Все то, что, наверное, год назад все, что было, то все это висит. Совсем неинтересно. Вот. Ну, не знаю, куда пойду. Ну, куда-нибудь пойду прогуляюсь. Сейчас это все доем, наверное, выпью чашечку кофе, хотя я уже кофе с утра пораньше я уже пила, но, наверное, все-таки я чашечку кофе выпью. И пойду куда-нибудь прогуляюсь, потому что дождя нет, погода замечательная, а когда погода хорошая, хочется на улицу. Все, буду кушать. Во дворе грустно. Шмяк теперь сидит на столе, о, чешется. Стало тепло опять, он домой ночевать не приходит. Сидит в беседке или вот туда вот залазит под тую. Там сделали себе, вон там, видите, как дверка под низ. Залазит туда, там и сидит. Вот розы я обрезала. Здесь вот был цветок, еще даже цветок вот собирается. Собирается еще цветок быть. Вот. Не отрезала. И вот там вот тоже на той розе. Тоже посмотрите, 2 бутона. Даже 3. 3, 4, 5, 6. 6 бутончиков. Вот. Это я не обрезала. Все остальное обрезала и сдала. Цветы еще цветут. Потому что не было еще особенно холода. Вот, так что отправляюсь гулять. Что у нас натворили на улице? Опять все раскопали, прокладывают. Только в прошлом году прокладывали какую-то новую линию телефонную. В этом году вот опять начали. Посмотрите, что они мне возле моего забора натворили. Теперь грязь. Было тут у нас труба лежала, чтобы отвод шел туда прямо в канализацию на прямую улицу. Теперь все это раскопали, все это разломали, какую-то бетонную плиту еще оставили. И вот смотрите, что творится, какая грязища. И вот такой вот огромный ящик у соседа под домом теперь стоит. А у меня пока еще вот висят, к столбу прицепили какие-то трубы. Что будет дальше, неизвестно. Что где здесь еще натворят чего. Сосед испереживался, говорит, это ж надо. Из-за забора, прямо под забор стоит ящик. Раньше был маленький, вот там вот за колонкой стоял маленький ящичек. Вот, никому он не мешал, ничего. А теперь вот такая вот бандура. И тут вот еще все еще раскопано. Какие-то ямы, что еще будут делать, но сегодня вот ничего не делают.